освіжити держслужбу. Для цього треба запросити Валентина Брейна, щоб він придумав новий стиль для нашого прем'єр-міністра Азарова. Крім цього, треба запросити діджея, який буде супроводжувати засідання Кабміну. Після цього ця держслужба перейме стиль і веселий настрій. В результаті в нас буде офігенна служба в державі. Все банально просто. Одежда с электрической вентиляцией. Реализуется очень просто. Используется очень просто и действительно работает. В одежду вставляются маленькие вентиляторы, наподобие вентиляторов, которые используются в охлаждении компьютеров. Все это дело питается от обычных маленьких батареек, либо аккумуляторных батарей разных форматов. Данная система позволяет освежить себя, соответственно, выглядеть свежее, выглядеть лучше и бодрее. Моя идея заключается в том, что я хочу сделать цветной камуфляж, поскольку мой близкий друг сейчас проходит службу в армии, ему очень скучно и очень невесело ходить каждый день в зеленой однообразной форме. Вот я хочу добавить много ярких цветов, таких вот как Пепси, красный, зеленый, синий, голубой, любых, чтобы главное были поярче. Вот. И все это хочу сделать, чтобы людям было приятнее и веселее каждый день. Для этого мне надо Пепси, для этого мне надо швеи, краски и много-много ткани. А еще вот такие же креативные люди, как я, чтобы они вносили свои идеи. Спасибо.